конкурс «Дети читают стихи» для лабиринта.ру. Курмазова Аня, 8 лет, город Чита, Валентин Берестов, Кошкин щенок. Был у кошки сын приемный, не котенок, а щенок. Очень милый, очень скромный, очень ласковый щенок. Без воды и без мочал кошка сына умывал. Вместо губки, вместо мыла, язычком сыночка мыла. Быстро лижет язычок шею, спинку и бочок. Кошка-мать животное, очень чистоплотная. Ну, подрос сынок приемный, и теперь он пес огромный. Бедной маме не под сил мыть громадного верзилу. На громадные бока не хватает языка. Чтобы вымыть шею сыну, надо влезть ему на спину. Ох, вздохнула кошка-мать, трудно сына умывать. Сам плескайся, сам купайся, сам без мамы умывайся. Сын купается в реке, мама дремлет на песке.